Несколько автобусов приехали на экскурсию из Всероссийского детского центра «Орленок». Именно туда на недельные каникулы приехали 86 китайских и 30 российских школьников. Привет, Сочи, я люблю тебя. Русские предложения для 14-летних китайцев даются нелегко. Наш язык они изучают несколько месяцев, но уже любят культуру и классиков. Бо Яоху, или как он называет себя по-русски Борис, читал Льва Толстого. «Война и мир» в оригинале – основная цель для восьмиклассника. Бо Яоху хочет стать будущим писателем, а его друг Боб – переводчиком. Мне очень нравится в Сочи. У нас в Гонконге тоже есть море, но нет таких гор. Мы выехали на автобусе из теплой весны, а через час уже в снежной стране. Такое разнообразие в одном городе – это здорово. Я думал, что почувствовать это можно только со страниц книг, а тут все реально. Я уверен, в Сочи еще раз вернусь. Да, мы впервые в Сочи, знакомимся с культурой, конечно, делаем фотографии, покажем их нашим друзьям в Китае. Кстати, здесь мы тоже познакомились со многими ребятами, и приятно, что русские знают наш язык. Сочинцев делегации нет. Кристина и Ангелина учатся в Краснодаре в разных школах. Познакомила девочек победа на Олимпиаде по китайскому языку. Теперь они сопровождают своих ровесников из Поднебесной. Девочки уже запросто могут объясняться с новыми друзьями. Некоторые из нас зарегистрировались в китайской социальной сети, уже подобавляли друг друга. Общаемся с китайскими друзьями вообще на любые темы. И о культуре, и о самой стране, об особенностях вообще всего, и литературы. Китайский язык – это очень романтичный язык, и что-то означает всегда. У них все не просто так. Одно слово зависит от маленькой черточки и от одного иероглифа. И несмотря на то, что как китайские, так и русские ученики только знакомятся с новыми языками, барьеров между ними в общении нет. Не помнят слова, говорят по-английски. Вот так играя в снежки друг с другом и общаясь на различные темы, можно обзавестись новыми знакомыми из Поднебесной. Визит этих школьников проходит по инициативе китайского правительства. Накануне ребята посетили Олимпийский парк, а сейчас знакомятся с великолепием снежных склонов горнолыжного курорта «Роза Хутор». Подобные совместные экскурсии не за горами, говорят сочинские специалисты образования. Во многих школах с этого года начали изучать китайский или японский языки. Кроме того, уже 3 года на курорте проходит проект «Одна школа, одна страна», где ученики подробно знакомятся с историей и культурой разных государств. Такое общение для детей, оно просто необходимо. Они общаются, получают много информации новой о странах. И я думаю, тем более, что у нас сейчас с Китаем как новый виток взаимоотношений, я думаю, это очень необходимо для нас. По домам школьники разъедутся 4 февраля, увезут яркие впечатления, фотографии, новые знания о Сочи и России в целом. И самое главное, продолжат общение с новыми друзьями. Татьяна Говоркова, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.